друзья, всем привет! Сегодня понедельник, и я иду на работу. Вчера у нас было воскресенье, я ездил на съемки. Нормально так отыграл, играл в санитара. До этого, получается, октябрь-ноябрь вообще не снимался. Вообще не было приглашений. И вот за 2 месяца, это вчера первый раз я съездил. Вот. Вот такие вот дела. В общем, в воскресенье я трудился. Короче, на съемках у меня была такая задача, что вдвоем парни играли санитаров, и девушка носила на каталке, а рядом с нами шла медсестра и держала как бы это капельницу у этой девушки. Ну и вот такая была задача, чтобы там по команде начали, мы выезжаем, быстрым шагом катим эту пациентку. Вот. Довозим ее до места, потом считаем до 5 и идем назад вот так на камеру и перед камерой сворачиваем. Вот такая задача была. Ну, нормально, я говорю, так отыграли, все нормально. Там никаких ни претензий не было, там ни поправок, ничего. Все хорошо. Все было хорошо. Нас там даже покормили. Короче, кормили борщом. Борщ был. На первое, на второе было. Были макароны с отбивной. Вот. Ну и чай, кофе там с печеньем. Вот, вроде бы так нормально. Обед. Неплохо. Неплохо, неплохо. И от меня это территориально не очень далеко находилось. Ну, 30 минут на метро и 10 минут пешком. Ну, это как бы относительно не очень далеко, нормально считается. Друзья, такая погода на улице, вообще ветер такой сильный. Снег вообще не чувствуется, что это снег. Хотя у нас уже 9 декабря, но зимой не пахнет даже. Ветроганс. Thank you.
Ладно, друзья, буду заканчивать видео. Спасибо вам огромное, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, желаю всем счастья, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, всем пока.